Йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале Holy Chicken Gun. Это та самая игра, в которую играют Китайка и Оля Кекс. С ума можно сойти. Это шутер. Про курочек. И сегодня я в него поиграю. Поехали! Итак, ребята, вот мы в меню данной игры. Хочу сказать сразу, что в нее я еще ни разу не играл. И, возможно, у меня не получится. Или получится, я не знаю, сейчас проверим. Меня встречает в этой игре очень миленькая курочка. Это я ей надел дуршляк на голову. Ладно, пару раз я все-таки играл. Нажимаем на кнопку «Играть» и поехали! Так, выбрать команду. Я выбираю вот эту. Так, боже, ребята, здесь графика даже лучше, чем в CS GO, вторая часть. Надеюсь, что управление тоже лучше. Шо ты, блин, тюбик? Так. Окей, на нем написано, что это босс. Но для меня это... босс-молокосос. А почему я умираю? Я же даже ничего не делаю, блин. Так... Ребят, что происходит? Я не понимаю. Эта игра мне не дает. Что происходит? Я не понимаю. Просто умираю. И вот в это играют все люди на земле? Вот в эту игру, где ты просто зашел и сразу умер? Вот это весело, конечно. Да, спасибо, блин, большое. Классно поиграли, ребята. Идем в меню и еще раз нажимаем «Играть». Надеюсь, в этот раз у меня будет получше опыт. Поехали. Так, все, значит, у меня есть крутой автомат. Подождите, здесь есть машина, я могу сесть с ним в тачку. Подожди, мужик, блин! Кажется, автобус уехал уже. Так, окей. Так, это мой. А как я? Я тоже хочу, может, машину. Но у меня ее нет. Это отстой. Зато у меня есть коктейль Молотова, 4 гранаты и клевый автомат. О, я вижу там соперников. Так, кстати, у меня есть еще... Окей, у меня есть еще снайперская винтовка, сейчас я попробую ей воспользоваться. Возможно, я еще тот снайпер, кто знает, кто знает. Так, привет, я тебя увидел. Спать. Пока. Да, да как так, меня здесь все убивают. Оф, так. Клевая игра, ребята. В эту игру мне посоветовал поиграть Китайка. Ну, спасибо тебе, Китайка, классно посоветовал. Игра супер, мне очень нравится. Жалко, что меня постоянно в ней убивают. О, иди сюда. Чё, чувак, на самолете? Офигеть, тут можно сделать все, что угодно. Кроме убивать других противников. С этим у меня явно проблема. Так, давайте возьмем все-таки автомат. Может быть, у меня лучше получится штурмовать, чем быть снайперами. Я не знаю, штурмовать я хотел сказать. Меня часто спрашивают, а кем ты себя видишь через 5 лет? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. А что вы знаете о киберспорте? Встречный вопрос. Я себя через 5 лет вижу... профессиональным игроком, киберспортсменом в этой игре, которая называется Chicken Gunway. Жалко, что я пока никого даже убить не могу. Вот вы знаете... О, смотрите, баскетбольное кольцо. Тут можно играть в баскетбол, офигеть. Вы знаете такого человека, как Simple Dimple? Simple. Вы знаете Simple, да? Вот я хочу быть как Simple, только в игре Chicken Gun. Чтобы все говорили, а вы знаете Хулибубу, он профессиональный игрок в Chicken Gun. Но пока у меня так себе получается, но наша команда, как ни странно, выигрывает. Хотя у меня ни одного фрага не заработано. Это обидно, но я стараюсь со всех сил. Вообще, много времени тратишь на то, чтобы найти хотя бы соперника. Я уже не говорю, чтобы его убить. Это вообще для меня чуть невозможно. Окей. О, есть, есть, я вижу тебя. Давай, иди сюда. Маленький пирожочек. Я сейчас молоточек возьму. Так, сейчас надо как-то вылезти. Надо его как-то... Давай, на молотках. Ты думаешь, ты крутой? Давай. Давай. Я тебя не боюсь. Есть, одного убил. А, или это мой брод? Так, иди сюда, я думал, ты убежишь. На. Есть. Что происходит? На гранату хотя бы возьми. Еще одну. Еще одну. Есть! Слушайте, а я хорошо играюсь. Я выиграл. Так, у меня 5 смертей, и на этом все. Оказывается, что в этой игре есть разные режимы. Давайте попробуем какой-нибудь другой. Например, захват флага. Итак, захват флага. Сегодня ты захватываешь флаг, а завтра друга...
Так, поехали. Пока кикнуть этого игрока... Нет, не надо никого кикнуть, ребят. Чего вы всех кикаете? Сегодня ты кикнул игрока, а завтра что? Понюхал бебру? Меня такие не устраивают. О, деньги. А, боже! Фух, есть, я одного уничтожил. Как найти врага? Вот в чем проблема. В этой игре найти врага. О, я нашел. Давай, иди сюда. Чё? Окей. Поехали, вот, я вижу. Окей, я возьму молоток. С этим они никогда не смогут справиться с этим. С моим молотком. Или с моими братанами. Спасибо, братаны. Окей, меня уничтожили. Так, берем автомат, поехали. Я ничего не вижу. Боже, как здесь страшно. Кругом пальба. Но я не сдаюсь. Моя курочка-петушок всегда наготове. Блин, эта свинка мне не нравится. Окей, в этот раз у меня точно все получится, ребята. Главное, верьте в себя, а лучше в меня. Потому что если вы верите в меня... Пам-балам-бабам. Так, нужно немножечко костра добавить. И сгореть в нем. Отлично. Здорово, я сам себя убил. Вот это да. Вот это уровень игры. Кто еще так может? Ребята, назовите имя. Да что за нафиг? Как это вообще играется? Это сложная игра. Это сложнее, чем CSGO и стендов вместе взятых. Это очень сложная игра. Мне нужно что-то попроще. Что-то такое, что с чем я реально бы смог справиться. И кажется, я знаю с чем. В этой игре есть режим гонки. В этом я хорош. Надеюсь. Поехали посмотрим. Кстати, поехали, это же в прямом смысле мы сейчас ездить будем. Так, подождите, здесь выберите машину за 18 секунд. Так, 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 я хочу вот эту машину. Это машина под названием танк. С такой машиной у меня точно не будет проблем на дорогах. Если буду, то я просто буду переезжать этих игроков. Никогда не знал, что у танка такой звук сигнала. Так, ребята, поехали, гонка началась. И я уже побеждаю. Или нет? Подождите, здесь надо просто ехать прямо? Сложный уровень, конечно. Сложная трасса, ничего не скажешь. А почему я такой медленный? Я один такой медленный? Или я... А почему? Потому что я на танке? Надо было, наверное, раньше подумать, что танк на самом деле очень медленный сам по себе. Еще и дрифтит так сильно. Так, ну я на 4-м месте, кстати. По-моему, это неплохо. По-моему, это вообще... Я на 3-м месте? Офигеть, это замечательно. Слушайте, вот это хорошо. Танк, конечно, ну, такой себе в плане маневренности, в плане он тяжелый, все дела. Я на 2-м месте. Но он надежный. Надежный. Как швейцарские часы. Слушайте, я очень хорошо играю. Я даже удивлен немножко. Не зря у меня забрали права, ребята. Боже, как хорошо я справляюсь. Давай едь, блин, едь! Меня сейчас как догонит и капец, блин. Я на 2-м месте все еще. Либо я очень хорошо играю... Блин, меня только что обогнали. Либо я очень хорошо играю, либо все остальные очень плохо играют. Я не знаю. Но надеюсь, что все-таки первое. Я очень хорошо играю. Просто посмотрите, как я это чувствую. Кстати, знаете, такой есть водитель под названием Шумахер. Это я его учил водить. А на лыжах не я его учил кататься. Кто понял отсылки, кто понял шутку, ставьте лайк. Шутка черная, сразу предупреждаю. Так, мне нужно одолеть своего главного врага. Это перелетный. Ну что перелетный, понюхай джипу, блин. Ха-ха-ха, перелетный, я тебя перелетел. Хорошо вошел в поворот, отлично. Почти остановился, но ничего страшного. Лучше так, чем упасть, как перелетный меня сглазил. 7 игроков осталось. Это игра на выживание. Здесь люди вообще, если падают, то уже на всю жизнь, блин. Я не надеюсь, что я победю, но я все еще на 2-м месте. Это не может не радовать. Я рад. А, вот это экшен, конечно. Так, я сейчас вот этого перелетного, еще одного. Здесь, походу, у всех никнеймы перелетные. Не знаю, с чем это связано.
У меня никнейм Пипа Пупа. Добавляйтесь в друзья и подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео, если вы играете постоянно в эту игру. Ух, это было рискованно. Я был на волоске. Окей. Блин, в конце понюхал. Ну ничего страшного, осталось чуть-чуть. Мы почти доехали до финиша. Главное не сдаваться и идти вперед. Я уже одну минуту ездил, а капец вообще. Это очень долго. Прошло 100 лет, а я все еще ехал на своем танке к финишу. Так, вот оно. Есть. Есть. Победа. Второе место. Неплохо. Перейти в меню. Ну что, ребята, я поиграл в 3 режима в этой игре. Напишите в комментарии, а в какой режим еще поиграть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы играете в эту игру, ставьте лайк. Если вы не играете в эту игру, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ты сидишь на диване, кто-то ломает спагетти в игре про спагетти, часть 2. Теперь в игре про спагетти стало всего в 2 раза больше. В игре появилось в 2 раза больше крутых блогеров, в 2 раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто, да? Покупай крутые предметы и выбирай сам, как будет выглядеть твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спагетти появилась карта. Теперь ты можешь ломать спагетти не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа, отстой. Ломай спагетти на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спагетти прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь ломать спагетти прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.